свои 16 он не может двигаться и разговаривать, хотя до этого успешно занимался спортом. Ужасное ДТП изменило жизнь Миши Ращенко. Мальчика, который средь бела дня ехал на велосипеде, сбил внедорожник. Машина принадлежит дипломатическому представительству посольства Армении. На реабилитацию сына родители Миши потратили около 5 миллионов гривен. Они продали уже все, что могли. Чтобы вернуть к нормальной жизни ребенка, нужно еще около 30 тысяч евро. На этих фото Сергей Ращенко вместе со своим сыном Мишей. Вместе они любили посещать рок-концерты. Но прошлым летом их жизнь изменилась. Миша попал в ДТП. ДТП произошло на улице Генуэзской, вот на этом месте, 2 августа прошлого года. На часах было примерно 12:30 дня. Миша на велосипеде попал под колеса Мерседеса. 16-летний Миша ехал на велосипеде. Поворот и лобовое столкновение. Автомобиль принадлежит армянскому диппредставительству. За рулем был гражданин Армении. Вот этот человек. По словам очевидца, внедорожник ехал быстро и даже не притормозил. Миша получил черепно-мозговую травму, 8 переломов и ушибы внутренних органов. Долгое время не мог прийти в сознание. Скорая помощь доставила его в больницу, в областную клиническую детскую больницу. Вот там 2 месяца он провел в реанимации, и потом мы видели, что ничего хорошего не происходит, очень тяжело. Реанимация лечением не занимается, реабилитационного отделения нет. Сейчас Миша вместе с мамой находится в испанской реабилитационной клинике «Гутман». Пошел 8-й месяц. Миша, посмотри на папу. Он обалдел. Вот папа, да. Ему как бы необходимо дальше находиться в клинике, но мы уже больше не можем финансово справляться с такими расходами. 18 тысяч евро в месяц, уже продавать нечего. Было принято решение, что мы вернем его сюда, обратно в Одессу. Мы оборудуем для него здесь помещение, его комнату переоборудуем полностью под его нужды. Семье Ращенко нужны средства, чтобы отдать долг испанской клинике более 10 тысяч евро. Также необходимы деньги на специальное оборудование для дальнейшей реабилитации Миши уже в Одессе. Часть семья уже приобрела что-то, Сергей смастерит сам. Но это не все. Еще есть 2 тренажера. Баланс-тренер и подъемник. Это мы сделать не можем, их нужно купить. Они стоят очень дорого, это серьезное оборудование. В общей сложности где-то 15 тысяч евро нужно. В Одессе Мишу ждет команда специалистов, массажисты, врачи и не только. Среди этих людей и Александр, тренер, который привил парню любовь к спорту. Если раньше ему там нужно было бороться с тем, чтобы поднимать веса, да, то на данный момент ему нужно бороться с тем, чтобы поднять или руку, или ногу. Напрягай вот здесь, напрягай. Давай, поднимай. Давай, 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 давай. Мише Ращенко нужна длительная реабилитация, и вы можете помочь мальчику выздороветь. Семья уже потратила около 5 миллионов гривен. Еще нужно около 30 тысяч евро. Номер карты отца Миши Сергея Ращенко вы видите на своих экранах. Ольга Голодова, Алексей Пережилин, 7-й канал. Ну, больше о Мише и о том, как он сейчас борется за свое здоровье, мы расскажем в итогах с Еленой Крылатовой в субботу в 20:00.